Итак, Ева, у нас кое-что есть. Во-первых, у вас повышен уровень сахара в крови. И это означает, что вы употребляете слишком много хлеба, картофеля, белого риса и тому подобных продуктов. Это так? Да, но я никогда не ем сладкого. Сахара, конфет. Углеводы этого типа очень быстро всасываются в кровь и вызывают скачки сахара в крови, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию диабета.